Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского периода. Так, ну что, посмотрим, что у нас по событиям. Без ограничений и схватка редких. Схватка редких. Так, а ежедневки? А принять ПВП сражение, так, и Канезуйская эра. Время есть? Время есть, ребята, час ровно у нас остается для того, чтобы все это выполнить. Попробуем схватку редких. Так, стегозавр, велоцираптор и еще один велоцираптор мод 2. Ну что, я предлагаю сделать следующим образом. Взять нашего велоцираптора плюс капразуха и, наверное, вот так. Погнали, друзья мои, посмотрим, что у нас из этого получится. Так, стегозавр. Ну, я, наверное, сразу буду атаковать. Замечательно. Так, смотрим. Что он тут затеет? Ну, он бомбит... А, не, он менять, конечно же. Велоцираптор мод 2. Мы на равных, что ли, с ним? Получается так. Хм. А если я возьму капразуха? Блин, что так мало? Мало атаки. Блин, а у него 108. Капразух, ты меня подводишь. Ты в курсе, братишка, нет? Так, 4. Ну давай, я рискну. Все сливать будем, да, наверное? Ну-ка. Защиту он не поставил. Значит, мы его вырубаем. Так, велоцираптор выходит. Это он сейчас себе тут взял. Я понял, ребята. Ну что, ему придется слить, наверное, всю атаку. Все именно 4 очка действия. Ну и мой велоцираптор, я надеюсь, прижучит. Так, 565, да? Вот так вот мы с тобой сделаем. И возьму еще дополнительный бонус. На-ка, получи за трещину. Ну что, друзья мои, стегозавр нам здесь явно ничего не сделает. Хотя, если ударит, да, всю атаку сольет, то тогда победит. Но у нас еще велоцираптор мод 2 есть. Об этом не стоит забывать. Атака у него поменьше, но нам много и не надо. У нас 5 очков действий, которые все идут в атаку. Так что первый поединок за нами. И это круто. Это, друзья мои, просто великолепно. Так, ну все, хорош. Похвастался, повыпендривался. А мы с тобой продолжаем. Так, ну тут нам достается немножко ДНК. Ничего страшного. Погнали. Ух ты, гиганоцефал. Джетс. И два, так, два джетза. Вот что мне. Ну здесь, наверное, нам придется взять опять же велоцираптора. Попробуем так сделать, а вот против... у нас есть подарочки для них. Да-да, в виде стегоцератопсов. Угу. Вот только не знаю, стоит ли двух брать, или одного достаточно будет. Наверное, будет одного достаточно, и сюда мы, наверное, еще с тобой на всякий-всякий пожарный возьмем... спинозавра. Я возьму спинозавра. Это на подстраховку, если мало ли гиганоцефала мы не сможем забомбить. Но я почему-то в этом не совсем уверен. Все мы должны с тобой сделать четенько. Так, давай-ка атаку сделаем. На 324, неплохо, да? Так, ну он сразу же сейчас побежит плакать. Будет меняться, наверное, на своих летунов. Естественно. Естественно, ребята. Нисколечко в этом не сомневался. Ну что, давай пободаемся. Ему и делать-то нечего, прикинь. У него только что травоядник, да, остается. И два летуна. И со всеми у меня мой справится. Ну что, влупим, наверное. Я сделаю 3 атаки. Так, минус 1. Только не вылетай, игра. Так, друзья мои, прям во время битвы вылетела игра. И как ты видишь, я сфейлил, да, получается. И велоцираптора. Твою налево. Ну что, придется... переигрывать. Так, велоцираптор в любом случае мне нужно возвращать, потому что я как буду бомбить гиганоцефала. Так, и стегоцератопса возьмем. А вместе с ними пойдет, да, тот же самый стегозавр. Блин, мы и деньги потратили, и динозавриков своих тоже здесь, к сожалению, профукали. Ну что, надеюсь, больше никаких заморочек не будет. Так, начинаем опять же с атаки. На-ка тебе. Так, ну он будет сейчас менять на
летуна. Будет менять или нет? Естественно. Ну, сейчас будет наше время для веселья. Так, берем бонус. Ну что, птичка, у тебя шансов нету. Абсолютно ничего не стал делать. Раз, два, три, бонус. Вот как он сделал, да? Но, тем не менее, на 317 я ему влупил. Меняет. Перепугался и послал опять же гиганоцефала. Ох ты. Это, конечно, ты зря сделал. Это ты зря сделал. Ну что, выносим его в ответочку. Ну что, летуны, давайте, милости просим. Блин, 128 к атаке. А не слишком ли мощно ты берешь, а, парнишка? Раз, два, три, четыре. Раз, два. Я думаю, так будет нормально. Ты ничего себе, ты посмотри, а. Вот это да. Ну что, прощаемся мы тогда с нашим стегоцератопсом. Да. Ну что, получится у нас, а? Как ты думаешь? Раз, два, три. Раз, два, три. Поехали. Иди отсюда. Ну, что он будет делать? Мой ход. Хорошо. Мой ход, так мой ход. По-моему, мы тебе сейчас уничтожим, да, друзья мои? Тресь, как говорится. Ну что? Нам нужно сыграть еще один бой. Молодец, молодец, красавчик. Еще один поединок. Ну и там уже будем наградки забирать. Погнали. Посмотрим, что нам здесь достанется. Спинораптор, Суперзавр и Метриоринг. Ну, здесь я возьму Капразуха, наверное, да? А дальше Анкилодок и Трапиагоптер. Мне кажется, такая команда будет вообще здесь топчик. Единственное, да, конечно, что Спинораптор. Хищник. Ай-яй-яй, не хотелось бы, конечно, но... Но что поделаешь? Начнем с атаки. На-ка тебе. У него не так много здоровья, кстати. Неужели будет меняться? Точно, ребята, он меняется на суперзавра. Прикинь? 213 к атаке, еще и бомбит. Ошалел ты, парень, я скажу. Ошалел. А если я вот так вот сделаю? Что ты на этом не скажешь, а? Все, взгрустнулось, да? 1500 здоровья, ну никак не одолеть. Так, а теперь попробуем пробить его. По полной причем. Я понял его хитрость. Он, значит, очки действия сюда перекинул, да? На спинораптора. 5. Ну, 3 атаки он потратит. Это явно. Дальше нам придется, наверное, Капразухом его бомбануть. Уже по полной программе. Уничтожить, так сказать. И останется Метриоринг. Метриоринг 260 к атаке. 6 очков действий. Сливать ему придется 3. Ну, а Трапиагоптер, как ты понимаешь, его сейчас в легкую снесет. 560 к атаке. Как тебе такой вариант? Все, пока. Ничегошеньки у тебя не вышло, братишка. Ну, победа за нами. Соответственно, мы сейчас забираем с тобой награду и двигаемся на еще одно событие или испытание. Что нам тут выпадет? Джетс. Так, это все закрываем. Это закрываем. Тут Оуэн пускай там разберется. Так, а у нас... Нам нужно еще ПВП сразиться. Так, события. Без ограничений. Ну что, попробуем, наверное, столкновение. Ох, ёк, макарёк. Индоминус, Велоцираптор и Крутозавр. Как тебе такой расклад?
Но с эндоминусом я могу, в принципе, разобраться. Если возьму диплодатора. Или же, если я возьму нондогазавра. Слушай, я, наверное, знаешь, как сделаю? Так, так. И пеликанептерикса. Давай вот таким вот попробуем составом сделать. 1000 очков доверия, ты понимаешь, это тоже не слабенько. Вот я боюсь, что он крутозавра возьмет, конечно. Блин, не хотелось бы. Сейчас поменять, наверное, на него. Тогда будем этим летуном бомбить, если что. Так и есть, 610. 610 к атаке, это очень серьезная, ребята, атака. Давай, выходи, пеликанептерикс. Возьму бонус. Так, меняет сразу же, да? Меняет на эндоминус рекс. Еще и такой. Слушай, я думаю, что... Блин, не получится у нас бомбануть его. А если я сделаю вот так? И все солью. Да, ушатываем. Выходит велоцираптор мод 2. 152 к атаке. Слушай, ну это не очень большая атака на самом деле. Он, наверное, поменяется, скорее всего, на крутозавра. И он сливает 2 атаки, да? 2 атаки сливает, мы его уничтожаем сразу же, следом. Погнали. Просто все сливаем, ребята, именно в него. Так, а он очки действий перекинул на велоцираптора. Я так и понял. Ну что, тут много зависит все от нашего нондогазавра в дальнейшем. Сколько он будет бомбить по нему, по велоцираптору этому? 414. Ну давай, рискнем. Есть. Риск оправдался в нашем случае, ребята, поэтому победа за нами. Но это только лишь была первая потасовочка. Там еще будут две. Так что давай заценим, что нам тут приготовила судьба. Тираннозавр, шунозавр и птеранодон. И все это довольно так хорошо прокачано. Так, против тираннозавра мы можем взять с тобой спокойненько диплотатора. Хотя... Нет, диплотатора придется, наверное, все-таки брать. Против шунозавра можно взять уэрхозавра. Слушай, нет, я возьму лучше вот Таниколагриус. А вот против птеранодона как раз пойдет у нас уэрхозавр. Очень даже неплохо. Погнали. Тираннозавр сейчас будет получать от диплотатора таких звездюлей. Ты посмотри, 876. Как тебе? Но он поменяет опять же на птеранодона. А там уже посмотрим, сколько птеранодон будет наносить урона. Сейчас мы с тобой посмотрим. 764. Тоже не слабо. Я сделаю, пожалуй, вот так. И вот так. Хочется просто глянуть. Будет меняться. Он поменяется на тираннозавра. Ох. И две атаки пропишет мне. Нет, смотри-ка, он ничего не стал делать. Тогда в наших случаях... Сколько ему нужно сделать? Две атаки, получается. Раз, два, бонус. Да ну нафиг, да как так-то? Ай-яй-яй-яй-яй, ребята, поменяется он сейчас. И если он сделает две атаки, да, он нас уничтожит. Птеранодон может нас уничтожить, но он не стал этого делать, слава богу. Фух. Блин, мне надо его как-то прижучить. Давай, короче, все сольем. Е, птеранодона нету. Так, выходит шунозавр. Ну, естественно, он не будет шунозавра брать. Хотя, почему не будет? Вполне может даже. Им нужно нанести 2 атаки, 3. И он это делает. Но Таниколагриус, я думаю, все-таки сможет его уничтожить. А у него 3 очка действия осталось, верно же? Сомневаюсь, конечно, что он поставил все в защиту. Твою налево, ты прикинь, он все в защиту поставил. Зашибись. И меняет еще и на тираннозавра. По-моему, он... Да, ребят, мы потеряли с вами.
Ну что же, раз ты все слил, гаденыш, тогда получи подарочек. Раз, два и вот так вот. Посмотрим, на что способен шунозавр. Сколько у него атаки. У нас больше. У нас больше, поэтому он ничего не стал делать, да? Погнали. Мы его пробили, друзья. Он, наверное, пужанулся. Думал, дай-ка я сейчас, наверное, сделаю себе на очки действия. Он, наверное, атаковать не будет, пойдет в защиту. А я не тут-то. Я не поставил себе защиту, я просто стал атаковать. И, как видишь, это прокатило. Ну что, последнее у нас с тобой задание. Скафагнат, тираннозавр и Эуламбия. Так, летающий хищник, травоядник. Так, ну против летуна у нас пока нету никого. Мы, если что, можем с тобой летуна на летуна поставить. И это... Топиелозавр был бы, наверное, неплох. Плюс ко всему взять Раджастигу и Таникалагриуса. Как тебе вот такой раскладик, а? Блин, травоядника, может быть, откатить. Сколько он стоит, если... 64. Я просто боюсь, что этот меня скафагнат ушатает. А мы можем сделать что? Блин, а зачем я? Ну, анкилодок, наверное, 112 на откате стоит, прикинь. Пам-пам-пам. Блин. Короче, давай сделаем, знаешь, как? Немножко по-другому. Вот так. И вот так. Рискуем. Что-то, конечно, интересное сейчас должно получиться у нас. Ну, скафагнат, как ты видишь, по атаке, конечно, нас переплевывает. Поэтому я возьму бонус. Интересно, будет атаковать? Да? Одну очку 10 он тратит. Одну очку 10 он потратил. Проверочка. Если он сейчас ничего не делает, ребята, мы его уничтожаем. Все, сливаем абсолютно всю нашу накопленность. Он же все потратил, по-моему, все. Да, он все потратил. И возьмем с тобой еще бонус. Так, ну что, скафагната в топку. Выходит тираннозавр. Ну, понятное дело, что он меня здесь с одной плюхи вынесет. Но Раджастега, я думаю, в долгу-то не останется. Давай, Раджастега. Хотя мне не Раджастега здесь нужен. Мне нужен здесь топиелозавр. Почему, ребята? Потому что против вот этого надо выпускать хищника. Ну что, в атаку, наверное, все. Подслив. Посмотрим, что у нас тут выходит. Угу. Так, а этот, скорее всего, уничтожит сейчас меня топиелозавра. Ох, 980. 980 к атаке. Ты прикинь. Куда столько атаки? Так, Раджастега, покажи, сколько ты. Вот. Ну все, можно с ним распрощаться, ребят. Даже если он две защиты возьмет, мы его все равно пробьем. Круто. Как говорится, не упали в грязь лицом. Да, друзья. Это было великолепно. Ну что, давай посмотрим, сколько нам очков доверия дадут. 800. Ну, почти 1000 заявлено, ребята. Это круто. Потому что все ближе и ближе мы с тобой к заветному золотому паку. Так, здесь я забираю награду. Так, а что у нас тут-то с тобой? Эволюция-то когда-нибудь закончилась? О, неужели? Закончилась. Так, кранозавр. Так, кранозавр у нас вот. Сколько я помню. Мы можем его
прокачать до 20 уровня. Так, если я не ошибаюсь. Фига себе, Бакули, 37 тысяч стоит, ты прикинь? А чё так дорого-то? Нет, ну тут я конечно, все понимаю, но такие ценники заворачивать. Так, что мы можем с тобой сделать про эволюцию? Давай посмотрим, кого эволюционировать. Тут все в деньгах, ё-моё, ничего не видно. Так, что у нас? Ты Николай, говорю, пока нам пригодится, мы его трогать не будем. Так, анкилозавр, ты с кем у нас вообще делаешь гибрид? А, ну это у нас есть. Все, я понял. Отстаем. Так, топиелозавр. Вот, вот по идее его бы... А, ну у нас не хватает, к сожалению, ДНК, чтобы вывести. Каритозавр, есть еще один у нас? Нету. Так, Насутоцератопс. Твою налево, 9300. Да что ж за невезуха-то такая? Так, спинозавр. А спинозавр с кем? С ютораптором. Спинораптор, да? Давай, наверное, поставим одного с тобой выводиться. Значок еще у нас собрался. Где я тебе достану вот этого крокодила? Скажи-ка мне на милость. Ну, давай сделаем фиг с ним пирораптора. Пускай хоть какая-то эволюция будет, ребят, да? Чем просто будет простаивать у нас здесь. Так, код 19. Оуэн, сбегай, посмотри, разберись. Тодзю можно было бы, конечно, еще проэволюционировать. Но он с нундагозавром, да, выходит. Ну что, получается, что по событиям мы с тобой все. Ну, сюда идти, схватка чемпионов. Блин, нам, если бы у нас было бы здесь очень много... таких вот деплотаторов, штуки 3-4, я бы это событие просто рвал бы. Ну, награды такие себе. Так, ладно, давай тогда мы сделаем следующее. Нам нужно сыграть в кайнозойскую эру тремя разными животными. И мы это с удовольствием сделаем. И получим свой ежедневный пак, и будем на этом закругляться и ждать. Буквально через полчаса у нас будет обновление. То есть обновятся все режимы. И ты не забывай, что вечером у нас еще Драконы всадники Олуха тоже будет обновление. Сколько? 909. Вы че? Вы совсем что ли брякнулись? Сумчатый лев, 909. Катаки, они вообще рамсы попутали конкретно. Я тебе скажу. Он сейчас ушатает меня здесь. Ну я не ожидал, что тут... Да, он ушатывает нас. Не ожидал, друзья мои. Просто не ожидал. Офигеть. Ну и что ты мне прикажешь здесь? Вот что вот мне здесь сделать? Я его не пробью. Максимум, что вот так вот если сделать. Но он сейчас поменяется? Или не будет все-таки меняться? Видишь, что творит? А одно оставил себе. В заначку, да? Попробую, рискну. Ах ты, уморыш, а. Хотя нет, все нормально. Все ништяк, ребята. А вдруг? А вдруг нам повезет, а? Будешь ходить, нет? Мелкий. Энтелракс. Что-то думает. Все-таки пошел, да? Все-таки начал меня атаковать. Ну тогда и мы тогда в ответочку ему. Минус с поля. И выходит Глиптодон. 146 к атаке. Если честно, хочется знать мое мнение. И я не думал, что мы здесь выиграем. Вот серьезно тебе говорю. Хотя еще не все закончено. Может быть, мы еще и не выиграем. Я не знаю, сколько у нас этот будет бомбить по Глиптодону. Не, все отлично. Победа за нами, ребят. Фух, ну сумчатый лев, это, конечно, что-то из имбового. 906 к атаке.
Да, я, конечно, понимаю, по определенному классу повышенный урон, но все равно. Это жутко. Так, крутим. Приз любителя вылетает. Ну что, как ты видишь, 6000 монет нам досталось. Ну и, в принципе, все. Забираем с тобой здесь награды. Так, открываем пак. Еда, еда, 35 долларов и монетки. 95 очков доверий. Так, и забираем. Так, о, он тут, сходи. Так, нас тут поздравили. Здесь мы с тобой забрали. И все, друзья мои. На этом, со спокойной совестью, я буду закругляться, заканчивать эту серию. Единственное, что можно посмотреть. Так, через 19 минут испытай свои силы. Через час сдвиг ледников. Ну вот, два вот этих события у нас откроются. Так что увидимся, наверное, позже. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.